Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков вместе с заместителем губернатора Павлом Крековым приехали в наш город, чтобы разобраться в ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. В ходе встречи с врачами, руководством Демидовской 1-й и 4-й городских больниц, гости из области обсудили вопросы нагрузки на докторов и уровень их зарплат. Вечером об этом было доложено на совещании в Екатеринбурге губернатору Евгению Куйвашеву. Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилось прежде всего из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медицинских учреждений. Немаловажной причиной является, на мой взгляд, недостаточная кадровая работа со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства. Больницы Нижнего Тагила находятся в ведении регионального Минздрава. Полномочия от города области были переданы несколько лет назад, поэтому администрация Нижнего Тагила повлиять на ситуацию коренным образом не может. Главой города было принято решение о предоставлении жилья хирургам из Екатеринбурга. В тагильских больницах уже приступили к работе несколько специалистов из столицы Урала.